Все, профессор в каком-то учебном заведении, где учатся одни девчата, принимает зачет. А у профессора такое сердце доброе, ну все жалко. Первая заходит, ни хера ничего не знает, весь семестр прогуляла. Он ей вопрос, она ни хрена ничего не знает. Он ей говорит, давай. Она говорит, нет. Ну раз нет, дитё, ничем помочь не могу, иди, готовься. Вторая заходит. Тоже ничего не бум-бум. У нее наводящие вопросы, там все такое. Думает, ну сейчас я эту завалю, домой не поедет, папу, маму не повидает, женихом не поцелует. Нахер мне надо наводящие вопросы, она ноль вообще, дрова. Он ей говорит, давай. Она говорит, нет, профессор, я честная. Он говорит, ну раз честная, иди учить, ничем помочь не могу. Третья заходит, профессор, я ничего не знаю. Он ей говорит, давай, она говорит, давай. Он открывает сейф. Достает пузырь, два стаканчика, налил себе ей, на, чокнулись, выпили, давай зачет. Она зачетку подает, и он ей зачет. А, ну, идите с Богом. А, выйдешь в коридор, передаем своим подругам, чтоб это с этим не путали.